В Белом доме новые назначения. Владимир Сипягин начал укомплектовывать штат своей команды. Сегодня официально объявлено, кто будет рулить жилищно-коммунальным хозяйством области в преддверии зимы. Это особенно важно. Департамент жилищно-коммунального хозяйства вместо не вернувшегося из отпуска Глеба Серегина, как и следовало ожидать, возглавил однопартиец Сипягина Илья Потапов. На работу в областную администрацию он пришел в октябре на должность заместителя директора департамента ЖКХ с перспективой повышения. Если Потапов фигура в области достаточно известная, то вот Александр Байер – человек для Владимирского края новый. С 14 ноября именно он будет исполнять обязанности первого заместителя главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики с приставкой в РИО до согласования его назначения в законодательном собрании. Байер пришел на смену Лидии Смолиной, которая в течение 5 лет курировала ЖКХ области. О новом человеке в команде Владимира Сипягина известно, что последние 3 года он являлся заместителем губернатора Нижегородской области. Уроженец Караганды руководил финансовой службой водоканала Ростова-на-Дону, а также возглавлял Нижегородский водоканал. 14 ноября 2018 года глава 33-го региона, назначив Александра Байера, временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры ЖКХ и энергетики, с приставкой в РИО он будет работать до согласования его назначения на должность в установленном областным законодательством порядке. Сам губернатор на публичных мероприятиях рассказывает, что своих замов он будет представлять постепенно. Часть новых управленцев с прессой познакомят на этой неделе, часть на следующей. По всей вероятности, одним из вице-губернаторов станет и Аркадий Боцан-Харченко. Он, скорее всего, будет отвечать за информатизацию, связь и телекоммуникации. Напомню, в команде Светланы Орловой этот пост занимал Сергей Невзоров.